Дамы и господа, здравствуйте и добро пожаловать в поезд. С вами Варлок, и сегодня мы играем в Чу-Чу Сурвайвер, Чух-Чух Выживач. У нас сегодня рогалик на поездах. Он мне совершенно случайно под руку попался. Что-то я листал магазин в Стиме и такой: о, поезд, о, рогалик, прикольно. Давай попробовать играть. Без понятия, что нам ожидать. Ну, вроде как здесь должен быть поезд. И что-то какой-то рогалик к нему привязанный. Давайте пробовать. Давайте выберем локомотив. Хо-хо. Дизель-электрик локомотив. Вооружение миниган, базука и дробовик. Хорошее вооружение, да. Давайте играть. Поехали. Так, сложность обычно или трудно? Ну, давай начнем с обычно, да? Купить начальные припасы мы не можем, здесь все закрыто. Ну, поехали в лес мертвецов. Все, я готов. Щелкните по локомотиву. Левая кнопка мышки ехать, правая кнопка мышки задний ход. Escape, быстрое закрытие подсказок. Так, щелкнул. Ого, купить улучшение предметы. Открыть при повышении уровня. У нас уровень сейчас повышен. Окей. Урон, скорострельность, отдача, пробивание. Слушай, ну я думаю, нам нужно немножко пробивания, да? X2. Пускай будет пробивание. Что мы еще можем купить? Дизельного топлива закупить, запасики. Прочность. Так, ну вроде больше у нас ничего нет. Ну что, поехали. Вперед. Ой-ой-ой, тут ресурсы собрать надо. Окей, это как... Подожди, а если я врезаюсь? А это как братата или вампиры, да? Походу, да. Так, слушай, давай урон качать. Да, я предлагаю качать урон. Бабах, урон 15. Может, еще больше урона? 20 урона. Весь урон, ну поехали. А если я наезжаю на зомбаков, они меня дамажат или нет? Ко мне мужик забежал. Дал мне плюс 1 урона. Окей, теперь давай в скорострельность вложимся немножко. Хорошо. Let's do this. Да, типа мужик на поезд залез. Хорошо. Окей, еще уровень. Купить улучшения или предметы. Я так понимаю, что у меня есть 2 коробки. Если накоплю 5 коробок, я смогу купить миниган. Слушай, я пока накоплю. Потом куплю нам миниган, что ли? На мужика подобрать. Так, опять у меня 2 коробки. Что-то я пока не понимаю. А, или у меня сейчас оружие миниган. А он целится в ближайших? Ага. Целится по кругу, может, случайно, ближайший или в курсоре. Не, давай, пускай стреляет по ближайшим. Отдача это, наверное, отбрасывание, да? Варлок, почему валюта в коробках измеряется? Хороший вопрос. Ну, вроде у меня все еще 2 коробки. Так, мужика надо в поезд садить, он даст плюс 1 к урону. Вот чат подсказывает, может быть, попробовать пособирать эти. А вот 4 коробки мы будем купить, копить на базуку. Оп-оп-оп-оп-оп, давай-давай-давай-давай-давай, тащи коробку. Отлично. Интересный вопрос, куда нам нужно ехать? Ага, ну зомбаки окружают, смотри. О, мы можем купить базуку. Давай. Тыдыщ. Базука. Так. И ей поставить, чтобы в случайных стреляла. Типа этот будет в ближайших стрелять, а это в случайных. Ну, давай. Давай урона прокачаем сразу. Ага. О, пошла жара. О, мы застряли. Так, надо базуке прокачать скорострельность. Радиус, радиус надо прокачать. О, давай, 1,4 метра. По-моему, нас зажимают. Окей, останавливаться явно было ошибкой. Давай базуке прокачаем еще скорострельность. О, я считаю, это хорошо. О, застреем. Давай еще радиус поражения базуки. И урон. Будем полностью на базуку качаться.
Давай еще урона. 32 урон. Ну, вроде она уже всех шотает. Теперь ей... Если вкачать урона и радиуса, то скорострельность особо и не нужна, да? Радиус 3 метра. А, максимум вкачали. Ага, радиус типа уже на максимум прокачан. Это проблема. Ну, давай тогда, наверное, скорострельность. Еще скорострельность. Так. Еще скорострельность. 5 выстрелов в секунду. У поезда не так много вариантов, куда ехать. Это правда. Наш поезд едет только вперед. Ну что, может, дробаш тогда еще вкачать? Или... Давай урон базуки надо тоже прокачивать. Я думаю, накопить теперь 5 сундуков. А где у нас топливо и сколько нам нужно? У нас топливо кончается или нет? На топливо нужно 4. По-моему, у меня осталась одна бочка топлива. Нет? Пока, честно говоря, сложно понять. Немножко туториала не хватает немножко, чтобы хотя бы понять, что куда. Спайр 666, спасибо большое за подписку. Большое спасибо за подписку на Твиче. Благодарю, добро пожаловать. Топливо под жизнями, у нас 45 топлива. Ага, тогда коплю на дробаш. А, мы вот топливо подбираем тут. Окей, давай дробаш. Базука есть, дробаш есть. А можно еще базуку добавить. Так, дробаш, пускай стреляет... Не, не по кругу, пускай стреляет в ближайших. И дробашу, наверное, нужен урон. Да. А, топлива, типа, у нас полно. Топлива вроде как хватает. Еще дробашу, наверное, нужно пробивание, да. Я думаю, пробивание на полную ему вкачиваем. Чтобы четверых пробивал. И давай еще больше урона. 22 урона. Большая стрелка назначить выживших. Работы выживших. У нас 2 спасенных выживших. А я большую стрелку-то и не заметил. Так, сторож, починка поезда. А, они сейчас оба на починке поезда. Ну, в принципе, у нас вроде урона хватает. Сторож. Увеличение ВАЭТ, прирост опыта. Ну давай, пускай один на починку, а одного поставим на... А, он дает 1% увеличения урона. Да, ну конечно, бонусы такие. Бонусы так себе. Сторож. 1% опыта. Собиратель. Ну, что-то мне кажется, что... Ну, давай на перезарядчика. Может, базукой стрелять вперед мышкой? Она вроде и так пробивает нормально. Так, дробовику нужен урон. Давай 42 урона дробовику сделать. Хотя, действительно, базуку поставить на ручное управление, чтобы она все время в центр стреляла. Ну-ка, давай попробуем. Так, базука теперь по прицелу бьет. Дробовик и пулемет бьют в ближайших. Дробовику 42 урона. Можно уже скорострельность, наверное, вкачать. Базука теперь у нас будет бить по прямой линии. Залезли в толпу. Так, дробовик, дробовикович. Дробовик, дробовикович, держи 52 урона. Дробовик будет антибосс, босс-киллер у нас будет. Что-то как-то базука с прицелом плохо работает, по-моему. Пускай все-таки стреляет. Давай в ближайших. Пускай все стреляют в ближайших. Куда-нибудь попадем. Куда-нибудь точно попадем. И давай дробовику скорострельность. Подбирай ящики. Ага, ну ящики надо подбирать, наверное. Тут какие-то зомбари уже большие выросли. Слушай, может, нам надо ломиться и ехать вперед вот так вот.
Назначить выживших. Так а что они у меня назначены? Что их назначать-то? Вот, блин, скипнул апгрейд. Далеко нам ехать-то? Дедушка, а куда мы едем-то? Если постоять, да, тут все соберется. Окей, возле ящиков, в общем, нужно стоять, чтобы они подбирались. Так, дробовик у нас 4 ящика. Можно еще один дробовик поставить. Топливо вроде есть у нас. Над уровнем путь 9%. О, 9%. Нам еще далеко, да? Ну, я дробовику предлагаю скорострельность на полную. 3,3 выстрела в секунду. А, мы реально только 9% проехали. Ну, тут, наверное, надо быстрее ехать. Давай, по полную, педаль в пол. Погнали. А, правда, тогда ресурсы, получается, буду пропускать или как? Наводи мышкой, куда хочешь собирать. А-а-а, вы правы. А можно на ходу как-то? Да, можно на ходу, но похоже, что надо останавливаться. Похоже, что надо останавливаться. Так, дробовик у нас сейчас самое крутое оружие. Надо ему урон полностью прокачать. Мне кажется, что он вообще дает нам огромные бонусы. А базука тоже хорошо. Но вот чуваки, которые толстенькие, подходят, их так просто не расстреляешь. Не, так я понимаю, что... А, можно вот проверить заброшенный склад. А, это как ивент. Вы видите реликвию среди орды сильных зомби. Можно получить полных зомби. Положительный эффект — половина скорости зомби, негативный — 25 к здоровью зомби. Цена — зомби нападут на вас. Ну давай. Что получили? Что получили-то? Негативные? Ну вроде зомби замедлились. Вроде зомбари замедлились, да? Окей, дробовику надо пробивание, да? Давай. Все, пятерых дробовик пробивает, и урон у него 83. Ой-ой-ой. Ребят, могут так и дойти, да? Не, не могут. Не могут. Раскатали их. Оу! Все, нас убили? Че-то быстро нас сожрали за 3 секунды. Ехали, ехали, все нормально. А, нет, это мы награду получили. О, половина жизней. Отъезжай в задний ход, Михалыч. О, по-моему, нам хана, ребят. О, тут уж не вывести. О, не проехать. О, не надо было этот ивент брать. Эти зомбари в 10 раз толще, чем обычные. Вообще жесть. Хелен, привет. Окей, значит, это как вампиры. Похоже на вампирах в типа... Если ты не успел вовремя проапгрейдить себе урон, тебя просто окружают и зажимают. А, это метапрокачка, да? А, черт. А, блин. Скорость, ускорение, урон, прочность. Ух ты ж моя мета. Пятое оружие. Боевой дрон Кевин. Злой брат-близнец Келлина. Оглушающие пули, ядовитые пули. 35 тысяч ядовитые пули дробовика. Ого. Так, ну давай урон качать, наверное. В вампирах еще рулит... ну, кстати, регенерация, смотри. Регенерации хоть чуть-чуть взять, да? А в вампирах рулит дальность получения опыта. То есть, может быть, скорость притягивания груза надо. Ну, хотя плюс 10 сантиметров в секунду. 0,1 метр в секунду — 10 сантиметров. 10 сантиметров — это немного.
Давай, наверное, лучше урон. Мне кажется, это разумнее как-то. Так, ладно. Давай попробуем вернуться в главное меню и попробовать еще раз. Так, это то, что мы заходили только что. Что-то еще есть. Ну, локомотив этот пока закрыт. Как нам другие локомотивы открыть? Тоже метапрогрессии, что ли? Вот это внизу? Ну, может, они сами откроются. Тут какие-то паровозы. А, вот, магнит опыта. Вот это, наверное, имба. Это разве было обучение? Ну, мне кажется, тут обучения нет, ребят. Мне кажется, обучения здесь нет. Окей, давайте еще раз, но теперь у нас есть тактика. Мы вложились в дробовик, походу дробовик не решает. По-моему, что нам нужно, это... То есть мы едем, если видим ресурсы, мы останавливаемся. Чик. Собрали, поехали. Может, я еще где-то что-то забыл прокачать, знаете? Такое тоже возможно. Окей, мы сразу хотим добавить базуку. Базука, по-моему, очень-очень-очень хорошо играла. Дробовик не очень. Давай базуку сразу. Добавляем, и она сразу начнет шмалять по полной программе. Только куда она стреляет, непонятно. Оп, базуки. А что ты нам открываешь? А что ты нам открываешь окно, если у меня апгрейдов-то нет? И выживших нет. Непонятно. Думаю, надо миниган качать. Мне тоже кажется, миниган, наверное, нужно вкачать. О, миниган вкачать тоже нужно будет немножко. Сначала базуку, пока монстров много и они слабые. Сначала точно базуку. 18 урона сейчас сделаем ей. Так, стоим. Ага, нужно светить, да? Поехали. Так, 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 оп. Собрали базуки. Еще сейчас 36 урона сделали, все. Этого должно хватить пока. Теперь радиус взрыва, я думаю, тоже хорошая, нужная вещь. Так у меня периодически выстрелы базуки улетают непонятно куда. Надо ее сделать все-таки, чтобы она по ближайшим стреляла. Так, еще радиус взрыва на полную сейчас прокачаем. Красная команда, вы правильно делаете, что идете ва-банк? Правильно делаете. Так, выжившие. Ну, пускай на починке поезда стоят, не знаю. Наверное, это хорошо. Они по умолчанию выжившие назначаются на починку поезда. Я не знаю, что у меня вот это вот тут такое светится над головой. Не знаю. Окей, базуку вкачали на полную. О, вот теперь она пошла шпарить. Дальше мы ей хотим... Наверное, скорострельность даже больше, чем урон. В итоге ДПС получится лучше. Может быть, нужно побыстрее прорываться вперед. Хелп. Давай хелпайся к нам. Вот так вот. Притормаживаем по чуть-чуть. Давай полностью 3-3 скорострельностью базуки. Пошла, пошла, пошла. Какой молодец. 5 скорострельность. Во. И теперь урон 62. 74. Все, базуку вкачали на полную одну. Смотри, как у нас уровни посыпались. Просто посыпались. Теперь давай не будем покупать дробовик. Давайте миниган вкачаем. Почему нельзя ехать сквозь толпу и делать фарш? Ну, мы и пытаемся. Давай урон сначала минигану сделаем. Надо подбирать ресурсы. Типа я останавливаюсь, чуть-чуть притормаживаю, чтобы ресурсы подбирать. Так, минигану нужен сейчас сначала хороший урон, потом все остальное будем вкачивать. Я думаю, минигану урон на полную сейчас вкачать. 56. Ну, 56, наверное, хватит. Уже дальше стоит, наверное, скорострельность. И пробивание минигану не буду качать пока. Ну, типа, он и так... Ну, давай, вот двух пускай пробивает. А дальше пойдем в скорострельность. То есть идея такая. Миниган будет против сильных одиночных чуваков.
которые напрыгивают на поезд. На фул ему скорострельность и урон. Так, денег нет. Что-то мне открываешь окно, если денег нет, непонятно. Так, ну опять денег нет. А повышение уровня вообще что дает-то? Кроме... Что дает повышение уровня, кроме возможностей апгрейда, которые даются за коробки? Выживших назначать. Длительность негативного эффекта дает починка поезда. Непонятно. Почему у тебя такой ник новый, чатер? Я не знаю. Иди в баню. Как по мне, очень хороший ник. Ну... Дурацкий ник. Я тебя, короче, на 12 часов забаню. Можешь ник поменять, потом возвращайся. Так, давай скорострельность на полную минигану. Окей, скорострельность и полностью урон. Семьдесят урона. Дальнейшие апгрейды на урон будут давать нам не такой на самом деле большой буст. Не такой уж большой буст будут давать по ДПСу, да? Может, нам выгоднее, например, купить второй миниган и начать вкачивать его? Может, вкладываться в еще РПГшки? Ну вот я тоже думаю, может быть, лучше вторую оружку еще купить. Да, вторую базуку. Давайте вторую базуку. Окей, строим, тогда копим на вторую базуку. Да-да-да-да-да, я думаю, это разумно. Потому что базука нам огромную скорость прокачки дает. Миниган вроде справляется с толстенькими. О, заброшенный склад. Так. Вы нашли реликвию. Можно получить гонщик. Положительный эффект. Тройное ускорение локомотива. Минус 10 к максимальному запасу прочности. Тройное ускорение. Не двойное, тройное. Цена 42 топлива. Скорость. Нам нужна скорость. Давайте попробуем. Вот это скорость. Вот это я понимаю. Так, слушай, а что у нас с топливом? Надо, наверное, топливо купить, да? Раз мы его потратили. Давай топливо купим. Ничего страшного. Вторую базуку качнем. Вот, слушай, со скоростью-то приятно стало играть. Прям так. Паровозик. Задвигался. Хорошо, так, вторая базука пошла. Ну и вторую базуку по такому же плану качаем. Сначала урон, потом радиус взрыва, потом все остальное. Here we go. Главное снова не взять трэш-релик, да, Варлок? Да, тот релик был очень плохой. Окей, вторая базука пошла. Урон на полную. Сарай пропустили. А, может быть. У меня такое чувство, что я что-то не доделываю. Что я где-то... Не добираю что-то при повышении уровня. Вот тут у меня тут такая большая стрелка, и она ничего не делает. Пусть. Но выживших можно пришлось переназначить. Пришлось полком поразобрать, чтобы достать болтик и поставить SSD. Клаптрап, спасибо большое за донат. Достать болтик и поставить SSD.
Поставил, все нормально, работает. У меня SSD диск тупо лежит. Я его даже в слот не стал ставить. Я его просто взял и положил на днище компа. И провода воткнул и положил его. И решил даже его не приворачивать. Зачем? Он же не механический, он не трясется, как жесткий диск. Лежит все и лежит там. А ты М2 ставил? М2. Ну ничего себе. Вот это да. Вот это да. Так, ну что, давай базуки урон 48 второй делаем. Достаточно один раз навестись на ресурс, будет автоматически тянуться за тобой. А, давай попробуем. А, слушай. Ну и чего, он меня никогда не догонит. Он меня не... Мы от него уедем, от ресурса-то. А, он... Смотри, он как будто... Особая награда. Ух ты. Он как будто на рельсы заезжает, да, и потом можно его вернуться подобрать. А-а-а. Окей, 54 урон базуки хватит. А теперь давай радиус поражения в 3 метра, а дальше будем скорострельность. Ну-ка давай попробуем понаводиться на все. О, склад. Вы нашли реликвию пулевой шторм. Угу. Плюс 20% скорострельности, минус 10% урон. 20% скорострельности, это очень много. Тут вот вопрос такой есть. От чего проценты будут играть? От последнего? Ну мы сейчас увидим. Если скорострельность базуки, по-моему, 5. Сейчас посмотрим. Вы должны быть в плюсах по ДПСу. Но надо посмотреть. Так, слушай, ресурсы меня никогда не догонят, если я буду продолжать вперед ехать. Смотри, они все там остались. Чух-чух. Разойдись, зомбаре. Так, базука, скорострельность. Да, было 5, стало 6, 38. Да. Это оно прибавляет 20% к общему множителю. То есть это очень, очень хороший апгрейд. Прям классный. Так, тогда второй базуке нам нужно сейчас скорострельность качнуть, она у нас усиленная получается. Базуки прицеливания в ближайших, а не случайных поставить? Ты знаешь, она вроде неплохо работает с прицеливанием в случайных. Видишь, она там он палит куда-то и набивает нам уровни. Далеко даже, если мы... По-моему. Так, ну вот поехал я на стак... Наскладировал я ресурсов, и что, надо возвращаться. Опять же, если мы сейчас не вернемся, эти ресурсы вечно будут за нами по рельсам. Не угодятся. Надо скорость ресурсов качать. А, на золото тоже надо наводиться. По-моему, выгоднее остановиться и подсобирать. Как видишь, ресурсы. Так, базука, тебе нужна скорострельность. Нам выжившие у нас 5. Я поставил их на скорострельность. Нам, наверное, лучше на урон сейчас поставить. Вот так вот. О, уж это катится. Ох ты. Окей, реликвия. Набор модификаций для дрона. Удвоение урона дронов. Негативный эффект без негативного эффекта. Зомби нападут на вас. А у нас нет дронов, потому что мы их не анлокнули еще. Мы, видимо, не должны были сюда дойти. Так, брать не будем, эти зомби слишком жесткие. Мы же проверяли, окей. Пауки пошли, блин. О, нас прокляли. О, проклятие. А, черт, по-моему, мы сейчас опять умрем. Так, базука, нужна срочно твоя скорострельность. И как назло, смотри, апгрейды больше не падают. Скорострельность снижена на 50%.
Давайте, базуки, пробивайте. Пробивай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, точно надо прицел на ближайших ставить. А как? Так, прицел, все, меняем на ближайших. Всем на ближайших. Так, базука. Ага. 4 скорострельность. Так, теперь давай урона еще. О, монет как много. Нас начинают зажимать. Это точно как в этих вампирах. Минус 50% урон навесили. Сложно уклоняться от вражеских выстрелов, когда у тебя... Сложно от выстрелов уклоняться, когда ты можешь ездить только вперед и назад. Либо особо не это... Не поуклоняешься. Так, слушай, ну давай базуку на полную вторую. Все, две базуки есть. Теперь давай урон минигану качнем. А, наверное, минигану надо урон на полную тоже. С повышенной скорострельностью. Тройной расход топлива. А, блин. Надо на месте, наверное, постоять, да? Нужно больше оружия. Оружие-то стоит 5 рублей за каждое оружие. Надо пробивание вкачать. Минигану, может, поможет. Топливо кончается, ребят. Топливо кончается, не можем вперед пробиться. Или что, или на пролом. Или на пролом. Нас задебафали. Они зря у меня чуваки стояли на этих. На выжившие, на починке поезда. Надо всех на починку поезда. Типа минус 1 секунда дебафа намного лучше, чем 1% урона. Сейчас встанем, топливо кончится. Так а что делать? Я не знаю. Попробуем проехать. Просто вот пробить. Пробивание вкачать. Попробую накопить на еще одну оружку. Ну, у нас съедают просто. Все, хп уничтожают. Еще одну базуку ставить. Так, топливо. Топливо надо купить. О. О, топливо купили. Хорош, давай пробиваем. На пролом. Так, я пока тратить не буду. Если что, на лечилку потратим. Еще одну базуку, да? Давай еще одну базуку. Ага. Так, ты тоже в ближайших стреляй. Давай, так, два, что у нас, топливо жизни пока есть. Базуке нужен урон первым делом. Живем. О, задебафали. Так, еще урона. Так, вижу топливо. О, пробились. Это как волна в вампирах, когда, знаешь, эти, там, цветы какие-то или что-то тебя окружают. Вот в какой-то момент, то ли на 8-й минуте, то ли на какой в вампирах, так раз и окружение идет. Вот. Скелеты там на какой-то карте нападают. Вот это то же самое. Так, ну у нас уже вторая базука пошла работать. Или третья, это уже третья базука. Ой-ой-ой-ой. Особая награда. А, типа сундуки. Это как сундуки из вампиров. Понял. Только не такие эпичные. Так, так, так. Что тут у нас? Ну, радиус и урон. А потом будем скорострельность качать. Скорострельность тем лучше, чем больше базового урона. Все дебафы словили. Так, все, базуку на полную вкачали. Еще одну. Релики лучше просто не брать, я так понял. Нет, релик на скорострельность прям очень хороший. Прям классный. Так. Вы нашли выживших мутантов. Они продадут вам реликвию за золото. Можно получить потрясающую планировку. Положительный эффект удвоения полученных очков улучшения за 2000 золота. Без негативного эффекта. Ну, у нас 4000 золота, надо брать. Очки улучшения, это которые оружку покупают?
Давай. Если это оно, то... О, 6. Да. Слушай, так мы сейчас все базуки вкачаем. Сейчас 5250 тонн тротила у нас будет. Я сейчас столько базук куплю. Так, ничего нет. Да, без минусов вообще имба. Давай на полную скорострельность. Ага. Сноси всех. Let's do this. А выжившие пускай сидят на ремонте поезда. Снятие дебафов очень важно. По-моему, хитбокс поезда только окна. Надо ими уклоняться. Может быть. А, слушай, места для оружия больше нет. А, все. Ну и зачем я брал удвоение очков опыта, если на них больше нечего покупать? Нужен новый поезд? Видимо, да. Я не знаю, может, можно будет найти еще. Так, ну давай, что тут, отдачу на пулемете вкачаем. Больше вроде нечего. Так я все прокачал, больше ничего нет. Непонятно. Как тебе мой новый ник? Аполлонир 2. Намного лучше, чем был. Небольшой анекдот. Как дворфы приветствуют друга? Сдворфствуйте. Сдворствуйте. Окей. Добро пожаловать. Игра слов. Вот у меня теперь есть 9 очков улучшений. И я ничего не могу на них купить. По-моему, мне надо теперь гашетку в пол и ехать, да? То есть мы просто прямо едем. Да, мы можем кучу топлива купить или чилок на эти апгрейды. Почему у поезда один вагон? Может, там один пассажир? Может, это вообще почтовый поезд? Вот так вот Почта России доставляет ваши письма. Поэтому они так долго идут. Привет, капитан. Сегодня тоже немного опоздал и ничего не понимаю. Что за игрушка? Меньше, чем 3. Привет, Ван Хелсинг. Привет. Спасибо большое за донат. Это у нас рогалик на поезде. Круто. Реликвия среди орды сильных зомби. 20 скорострельности, минус 10% к урону. Так, слушай, реликвия хорошая, но вот эти зомби в прошлый раз нас убили. Причем не то, что убили, они просто дотронулись до поезда, и он ваншотнулся. Поэтому я вот этих зомби добавлять не буду. Какие-то слишком имбовые зомби. Контейнер. Таинственный грузовой контейнер, конечно, открываем. О-о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 -
Там сидел Дед Мороз с бензопилой. А, он нас распилит. Чат, бежим. О, нет. Он пилит меня. Как мне полечиться? О, я, мы живы. Как мне полечиться? Хил? А как открыть меню лечения? О, мы живы. А, полное ХП. Все хорошо. О, полное ХП. Он дропнул нам ХПшку. 25 ящиков. Куда ящики-то тратить? Чат, куда ящики тратить?
Чё купить-то? Настройки игры. Оружие на поезде? Да. Чё не показываете? О, во! Слушай, теперь поезд с пулеметами намного лучше стал. Чё, по умолчанию-то не включено? Совсем друг, теперь у нас поезд из брататы приехал. Ну не знаю, 30 ящики будем продавать потом. Я даже не буду открывать, что ли, это окно при повышении уровня. Подожди, а как мне это окно теперь открыть, между прочим? Я убрал галочку открывать при повышении уровня. А как я его буду открывать, чтобы там полечиться или топливо купить? Заброшенный склад, можно получить 5 улучшений за 44 топлива. Но я не знаю, куда улучшения тратить. Инвентарь снизу? Но тут ничего не нажимается. Награда. Слева снизу? Ну я нажимаю, ничего не происходит. Чат. Вот я нажимаю на вот это все дело, и ничего не происходит. Слева сверху над настройками, там кнопка главное меню. И. Нет. Таб. Таб. Окей, таб. Таб. Хорошо. Я, короче, поехал вперед. Я не знаю, что нам еще надо. А золото надо собирать на апгрейды, по идее. Но с другой стороны, с зомбаков тоже золото много падает. Может, и не надо останавливаться. Мы только 50% пути проехали, а у меня уже... Вроде как поезд полностью улучшен, и вроде как уже больше не улучшить. Вот тут как-то странно, да, что вроде как выживач типа вампиров, и так раз, и у тебя посередине забега заканчиваются апгрейды. Очень-очень странно. Лайк, Шейни Рейк, привет. Любишь поезда? Меня напрягают пушки на поезде. А чё, классно, крутятся. Ну, пушки на поезде можно выключить. Давай выключим. Так, ну и что? Что ты от меня хочешь, игра? Ну, давай полечимся. Все нас убить могут, конечно, если я буду педальку в пол. Просто ехать. Ну да, оружие на поезде, наверное, не нужно. Судя по всему, зомби идут волнами. По мере пути периодически появляются огромные пустые места. Может потом дособирать вещи? Ну да. Чё-то типа того, наверное. Еще 40%. Да, едем. Еще 40%. Набор модификаций для дронов. Нет смысла брать. Дронов нет. Ох, вообще нас могут убить. Видишь, зомби пошли жесткие. А мы не усиливались уже очень давно. Усилений никаких нет. Поэтому... Так, конечно. Ох ты, ё-моё. Почему не педаль в пол? Потому что в зомбарей врезаешься, они тебе урон наносят, видишь? Что творится? Вон, окружили. Я, конечно, полечусь. Там и топливо нам куплю. Но все равно опасно.
вот эти чуваки с проклятиями особо страшные. А пассажиры нам нужны. Что у нас там с пассажирами? Уже на собирателей назначаются. Одна базука с звездой бахает. А одна базука стреляет мимо, да? Точно. Да, одна базука мимо стреляла, вы правы. Смотрел ли фильм «Сквозь снег»? Нет, не смотрел. Ящики. Надо ящики поподбирать. Это же супер ящики. Дадут нам так много всего. Как много апгрейдов. Окей, мы на 70% доехали. Ой, здесь толпень. Так, я лечусь превентивно, чтобы потом не было сюрпризов. Получаемый урон x2. Вот это дебаф. Что тут у нас? Просто эти ящики с апгрейдами. Обнулить дебафы всех выживших туда. Заполнены. Места по обнулению дебафов заполнены. Угу. На 1.2 может быть покупать топливо-ремонт. Вы правы, а единичка и двойка покупают топливо-ремонт. Точно, спасибо большое. Абсолютно верно. Чё не заполнены места? Чат, ну. Вы мне еще скажите, что вы в эту игру играли. Вы ее точно так же, как я, в первый раз видите. Нет, не заполнены. Берись добычи, добавь сюда. Чат. Здесь лимит стоит. 7 чуваков на починке, лимит. Ну ладно, ладно, не, все хорошо. Ух ты, что это такое? Что это было? Меня чуть не убили. Не, все, спасибо, чат, за этот, за попытку спасти наш поезд. Я просто заехал, и меня почти завалили. Ну, типа, 80% проехали, и тут, наверное, начинается вчёс. Ах ты ж, ё-моё! Как много урона, вообще жесть. Просто капец. Смотри, что творится. Я попробую проехать, надо же как-то пробиваться. Я лечилки подрубаю там. Просто спамим лечилками, брутфорсим. Золото. Застряли. Завязли в зомбарях. Вот это да. Давай, базуки, работайте. Работайте, базуки. Давай, еще. Еще. Да, дави их. Дави, круши. Давай. Эй, ямщик, поворачивай к черту. Осталось всего лишь 19, кстати, этих коробок. Я на лечилке так много потратил.
Капец. По-моему, это вот эти вот жрут очень сильно. Вот эти с артами большими. Из библиотеки руин сбежавшие. Да что за капец-то опять тут толпень. Прикинь, с добычи на урон. Это имеет смысл. Плюс 5% урон оружия. Ну, лучше, чем ничего, да? Блин, по-моему, мы сейчас... Нам хана. Смотри, что творится. Два на скорострельность. Ребят, там... Там по 1%. Оно... Ну, мы поставим, но оно ничего особо не решит. Полноценная игра в Стиме? Да. Я ее купил за деньги. Давай, пробивай. Надо пробиваться, иначе мы здесь навсегда останемся. И если не ехать, они бесконечно идут. Просто никак, ребят. Надо пробиваться. Сколько уж лечилок есть, столько и есть. Если прорвемся, то прорвемся. И, по-моему, нас убили. Я где-то проморгал лечилку, но мне кажется, мы не вывозили. Мы просто не вывозили, ДПСа нет, их слишком много. Я, кстати, не знаю, что мы могли еще сделать для того, чтобы прорваться. Там был босс. Но все равно такие толпы никак не вывести. Мы сделали все, что могли. Как бы, а у нас апгрейды кончились, слотов для оружия больше нет, улучшений нет. Окей, на 80% босс, да? Наехали на босса. Наехали на босса. Скорость локомотива 1 метр в секунду. У меня такое чувство, что тут надо качать авиаудар. Какая длительность авиаудара? Какие-то тут штуки. Я хочу поезд новый. Я хочу другой поезд. Тепловоз класса АЦ-4400. Да? Наверное, хороший. Что-то про них бы почитать еще что-то. Пятую пушку купить можно. Ну, пятое оружие стоит 9600. У нас чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не хватает на пятое оружие. Дрона тоже хочется, да? Ну, давай попробуем какой-нибудь другой поезд. Вон, давай вот этот вот. Вот этот. Еще 2000. Да, урон нужен. Урон дробителя. Типа урон в ближнем бою? Ну, я не знаю. Ну, давай купим. Ну тут, по-моему, надо урон вкачивать. Что еще, я не знаю. Прочность поезда тоже как-то бесполезно. Там была инфа про поезда. Мы купили скоростной поезд. Тут есть что можно возврат сделать. Качай голду. Прокачка метапрокачки. Ну да. Прокачка метапрокачки, это да. Тьфу, блин, нажал возврат и все вернул. Да ё-моё. О, зато можем какой-нибудь поезд купить, да? Ну-ка. Подожди, в главное меню выйти. А, вот этот АЦ... АЦ-4400.
Чем они? Они оружием отличаются, да? Огнемет. О, хочу с огнеметом. Хочу поезд с огнеметом. Да. Что-то оружия маловато. На одном есть томиган, на двух. Давай вот этот с огнеметом купим. Так, скорость 4, прочность 80, плюс апгрейд 0. Что, еще отдельно поезда можно качать? Давай с томиганом и с огнеметом вот этот купим. 8 пи нам нужен. А, или тут есть вон какой-то гранатомет. Давай лучше гранатомет и огнемет. Так, ББ-67-00. ББ-67-00. Вот этот, бабах. Ну и чуть-чуть урона качнем. На остаточки. На остаточки! Все. Где мой ББ? Вот. Пятое оружие выгодней? В чем здесь выгоднее? Надо, чтобы интереснее было. К тому же, может, огнемет имба. Чух-чух! Так, у нас есть дробаш. Ну, дробаш пока... Ну, давай урон дробаша чуть-чуть сразу вкачаем. Посмотрим. Окей, ставка. Выиграем ли забег? Поехали. Красная команда. Я думаю, что у нас есть все данные для того, чтобы победить. Мы все знаем, все умеем. Сейчас урон дробовика вкачаем и всех победим. Варлок, напомни, как давно ты играл в ДНД. А я никогда в ДНД не играл. Ну, в настолку. Я играл в Neverwinter и еще что-то. С RPG-шки. Старый Baldur's Gate чуть-чуть играл. Icewind Dale когда-то играл, но уже в детстве. Но настолку я никогда не играл. Так, давайте копить на огнемет. Или на... гранатомет. Так. Чё первое? Давай огнемет. Выжечь. Пламенем инквизиции. Видимо, длительность поджога, скорострельность и урон. Ну-ка, давай. А, он не жжет, он такими стреляет. Пью. Пилками. Ну ладно, давай попробуем урон вкачать огнемету. У него, видимо, все выстрелы проникающие. Вот в чем фишка. А длительность это полета самого выстрела, интересно? Да, видимо, это самого выстрела. Слушай, ну полное пробивание, это хорошо. Это классно. Ну и, кстати, на будущее скорость локомотива почти бесполезна. Типа, в итоге мы все равно уперлись. Давай, давай урона еще огнемету. Мы в итоге уперлись в толпу зомбарей. И какая бы скорость у локомотива не было, тебе надо пробивать толпу. Как бы, че, урон важнее, чем скорость. Поэтому в прошлый раз взяли апгрейд на тройную скорость, ну и че. Мы с этой тройной скоростью 10 метров за всю игру проехали. Масс урона решает? Да. Это правда. Так, скачну немножко скорострельность этому огнемету. А потом, наверное, давай купим еще гранатомет. Теперь накопим, купим гранатомет. Сейчас этот... Выживших, кстати, на починку пока нет смысла ставить. Пускай будут... Опыт тоже не особо нужен. Его в итоге было много. На что их ставить? На сбор золота. 3% к золоту. Так, и давай гранатомет. А гранатомет он как базука? Или чего?
Тоже ближайших пускай стреляет. А где выстрелы гранатомета? Так, вот у него урон 40 должен быть. 58. Давай скорострельность гранатомету. Ну, по-моему, он то же самое, что базука делает. Нет? И радиус взрыва. Что-то мы распыляемся по апгрейдам. Качну еще немножко дробаш, чтобы он сносил чуваков, которые на поезд напрыгивают. И у нас получается еще один слот под оружие будет. Я пока не буду покупать ничего в этот слот, я подожду. Так, нам нужен радиус поражения на максимум. И давай урон еще гранатомету. Посмотрю, какое оружие будет лучше работать. Тогда уже посмотрим. Урон 94. Слушай, у гранатомета, походу, урон хорошо вкачивается. Вот дробовик, походу, трэш полная. Дробовику, может, пробивание надо или что, скорострельность. Как-то не знаю пока. Скорострельность и гранатомету вкачать, да? Огнемет, очевидно, пятым. Что-то я не уверен, он. Думаете, он хорошо бьет? По ощущениям, что-то не очень. Давай ему 70 урона сделаем. По-моему, он не наносит 70. Или у монстров, может, защита? Что за подкова за две коробки? О, кстати, да, какая-то подкова. Купить магнит опыта. И давай попробуем. А, это буквально магнит опыта из вампиров. Автопритягивалка. Ежинок, я люблю поезда. Я люблю красную команду, я люблю коины. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. На самом деле, я и руину люблю. Но не сегодня, решетка антируина меньше, чем 3. Ван Хелсинг, спасибо большое за донат. Я понял, я услышал тебя. Нужна победа. Сейчас сделаем. Так, ну я на полную вкачал нам этот гранатомет. У него скорость стрельбы 3. У базуки было 5 с полной прокачкой. То есть гранатомет получается хуже, чем базука все-таки. Ну хотя, не, у него может урон будет побольше. Посмотрим сейчас. Так. Давай. Может, дробаш нам нужен тоже. Ну, хотя уже хочется гранатомет докачать, да? Отдача — это типа отброс. 103 урон у гранатомета. Ну, давай, давай уже на полную отброс ему вкачаем. Хотя я не уверен, что отброс нужен. Вообще, типа, все равно надо убивать врагов, что их отбрасывать. А, типа, элитка идет, смотри. С топорами. Товарист. Релик. Вы нашли выживших мутантов, продадут реликвию за золото. Легендарный Короволов.
Удвоение урона дробителя без негативного эффекта. Ладно, дробитель это... типа урон в ближнем бою у нас появился? Или мы его еще не анлокнули? Или он на некоторых поездах только? Так, давай вкачаем скорострельность огнемету, посмотрим. Наносит наш поезд в ближнем бою урон или нет? Вроде у него какая-то штучка впереди торчит. Вот. Но наносит ли она урон? Вот это вопрос на миллион долларов. Так, со скорострельностью вроде огнемет начал хорошо работать. По-моему, да, урона нет. Мне тоже так кажется. Дробитель это предок поезда. Дробовик? Дробовик вкачать? Не, давай, давай на полную этот. Давай длительность огнемета. О, топливо надо было купить. Ну я дурак. Мы сейчас без топлива останемся. Сколько стоит топливо? 4. Вот это да. А все, поезд встал, ребят. Приехали. Слушай, а ящики с мобов будут падать или нет? Или типа все приплыли? За уровни нам... А, вот дали ящики за уровни. Будем копить на топливо. Ну сейчас, сейчас уровень набьем. Купим топливо и поедем. Упс, заминочка вышла. Я прочитал твое сообщение про ДНД Аполлонир. Я прочитал его. Бензин дорогой. Кризис, да. Время на электроскутера пересаживаться. Сейчас на самокат поедем. Ну чё, давай уж как-то повышай. О, давай. О, заводи. Я вот чё-чё подумал. Может быть, со временем монстры сильнее становятся. И чем быстрее едешь, тем лучше. Такое тоже возможно, да? Три апгрейда, ну. Че, огнемет на полную, да? Давай, урон. Вроде бы у этих оружий, у огнемета и гранатомета выше... выше потолок прокачки, судя по всему. Мне кажется, что там у нас базуки намного быстрее заканчивали качаться, чем здесь. Так, релики завезли. Давай смотреть. Реликвия точных выстрел. Точный выстрел. Удвоение урона от всех видов оружия. Ого! Минус 15 скорострельности. Но нападут сильные зомби. Но удвоение? Если оно реально будет x2 damage, то оно должно того стоить. Да, вроде по 200 урона наносим. Сейчас сразу убьют. Так, у нас теперь огромный урон на всем оружии, нам нужна скорострельность. Пробьем этих зомбарей, или они нас снесут? Даже с двойным уроном. Блин, могут снести. Черт. Отталкивание качнуть. Или покопить, лечилка сколько стоит? 6, ну 6 мы не накопим. Попробуем. Сейчас нам дать скорострельности на дробаш. Чё ж не такие злые-то?
Обходи! Задний ход, Михалыч! Окей, надо уничтожить супер-зомби. И потом прорываться. Как только мы этих супер снесем, то проблем не должно быть. Должны прорваться легко. Их все больше и больше становится. Так, коплю на лечилку, что у нас мало жизней. О, дай денег на лечилку. На лечилку денег давай, так, три. О, еще, да-да-да-да-да. О, отлично. Ну, забоялся я с такими апгрейдами сейчас бы проиграть. Так, давай, давай дробаш, наверное, качать, да? Он 146 урона будет. Нормально. Да сколько их? Слушай, они теперь навсегда в игре? Если эти зомбари навсегда в игре, то, кстати, оно того не стоило. Потому что они какие-то вообще неадекватные. Даже с двойным уроном мы их пробить не можем. Ну, огнемет бьет по всем. Огнемет хорошо, он пробивает всех. Огнемет молодец. Кстати, можно ему еще 8 выстрелов в секунду скорострельностью огнемета. О! Вот это огнемет! Вот это уже похоже на огнемет. Так, теперь урон ему еще и 200 урона. Слушай, надо еще огнемет покупать. Огнемет прям тащит, классно. Дробашу, кстати, пробивание поставить, да? Пятерых. Ну и длительно. Все, огнемет вкачан на полную. Фу, по-моему, прорвались. Фух. В тот момент, когда так, поезд встал, мне сразу вспомнился момент. Капитан, я не чувствую ног. А я ему, Буба, у тебя их нет. Ван Хелсинг, спасибо. Спасибо за донат. Скорострельность вкачали. О, магнит опыта. А что он нам притянет? Ну, магнит притянул не так много, на самом деле. В вампирах магнит опыта имба. А здесь не очень. Мы только 25% карты проехали, кстати. Так. Давай я вкачаю, короче, все оружие, которые у нас есть. А потом будем покупать еще один огнемет и качать. Урон дробовика 238. Сарай? Я пропустил сарай. Вот этот? Чат, это не тот сарай. А, вот сарай, вы правы. Вы правы. Так. Вы видите реликвию. Можно получить альтернативный источник энергии. Расход дизеля наполовину меньше, но зомби нападут. Фигня полная. Дизель очень дешевый. За 4 коробки мы полностью пополняем дизель. Не надо брать. Эти зомбаки очень жесткие. Так, все, пошли проклятия. Ой, дробовик 286 урон дробаша. Жесть. Не, эта штука нам не надо. А здесь пулевой шторм. Да, плюс 20 к скорострельности, минус 10 урон. За 9 топлива? Давай, вообще без проблем. 17.5 сейчас. Топливо кончится. А, черт. Так, надо на топливо накопить, подожди. Скорострельность нам прям отлично заходит. Так, давай мне топливо. И поехали. Лет 10 назад все тоже говорили, что дизель дешевый. Какая реалистичная игра. 279 урон дробаша. Погнали. Слушай, золото нам даже не нужно особо, да? По 100 золота подбирать.
Так, сейчас прокачаю на полную уже этот дробаш. Не знаю, хотя отброс нужен нам или нет. Склад. Забрать всех выживших. Получить 3 выживших при спасении одного. Негативный эффект, половина скорости передвижения выжившего за 1500 золота. Выжившие дают какие-то супер маленькие бонусы. По 1%. Типа по ощущениям их нужно 7 штук для починки, все остальное фигня. Типа 3% увеличения урона от оружия. Да, выжившие переоценены, я согласен. Все, дробаш прокачан на полную. У нас огромный урон. Мы всех победим. Так, ну вот еще гранатомет сейчас докачаем чуть-чуть и купим. Наверное, огнемет надо брать. По-моему, огнемет, да, самый имбовый. Потому что, смотри, у него дальность стала огромная. Скорострельность офигенская. И он пробивает всех. Просто выжигает. Да, огнемет хороший. Все, копим, в общем. Копим 5 ящиков на апгрейды. Может, выжившие конвертируются в метавалюту? Сомневаюсь. Метавалюта — это просто золото. И мы бы 1700 этой метавалюты бы потратили. О, слушай, у нас какой-то этот... Настоящий вампир-сурвиворы. Выживших в 3 раза больше. Там, где было 5%, станет 15. 15 уже не фигня. Ну, да, в этом есть смысл. О, босс! А, черт, я на босса наехал. А, блин. Задний ход, Михалыч. О-хо-хо! Спокуха, Семёныч. У нас есть огнемет. С огнеметом мы ничего не боимся. У меня 15 коробок. Чего? У меня 15 коробок. Подожди. Давай еще один огнемет. Даже пускай по ближайшим бьет. И давай на полный урон. Бабах. 180 урон. Жадность. Удвоение собранного золота. Хо-хо. А, плюс 25% к здоровью зомби. За 2600. Удвоить все золото за 2600. Все золото до конца забега. Ну, это... Не стоит. Не стоит. Чтобы окупить, надо собрать 5000. Это правда. Нет, чтобы окупить, нужно будет собрать 1300. Потому что оно будет удвоенное. То есть всего за 1300 мы уже окупим. Потом пойдем в плюс. Экономика. Я думаю, надо. Этот поезд в огне, и нам ни на что больше жать, точка. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать, точка. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе, она умрет, если будет ничьей, точка. Пора вернуть эту землю себе. Стрелой горящий поезд режет темноту, послушный неизвестным силам. И стук колес здесь заменяет сердце стук, и кровь от скорости застыла. И про у нас много-много песен про скоростные поезда. Они красиво мчатся, но кто знает куда. Сам придумал. Спасибо, не настоящий машинист, за донат и за песню. 3500 золота за 14 топлива? А,
Да. Налейте две. Подожди, 3,5 превратятся в 7? О, они превратились, по-моему, в 7. О, мы так много денег заработаем, дамы и господа. У нас будут все деньги. О, мой бог. Мы сейчас за этот забег зафармим всю метапрокачку. Ха-ха-ха, мы богаты. Джонни, мы богаты. Еще денег, да. Вот оно как быстро окупилось. Топлива нет? Топливо полное. Я вот только что подобрал. У монстров на 25% больше здоровья, но когда это нас останавливало? Сейчас мы еще один огнемет прокачаем на полную и ух, повеселимся. 200 урон. 10 выстрелов в секунду. Ха-ха-ха, 2 огнемета. Да. Жги. Выжигай. Еще больше огня. Больше огня. Кстати, можно, если что, покупать эти. У, здесь босс будет, да? Контейнер. Да, давай. Я думаю, мы его завалим вообще без проблем. Да, смотри, сейчас. И распилили его. Ну, подбирай-то. О, подбирается, ну. Давай. Отлично. Столько апгрейдов, столько мощи. Безграничная мощь. Так. Огнемет. Бабах, все. Все оружие прокачано на полную. Окей. Отлично. Ну, теперь педаль в пол. Погнали. Оружие вкачали, можно смело ехать. У тебя же 6 кошек. Крошка.ру! Спасибо огромное. Спасибо огромное за донатище. 666 сердечком. Да, у меня 6 кошек. К счастью, не 666, а 6. Еще 3500 золота. Да, еще золото, больше золота. О, мы купим все апгрейды. Да, крошка.ру, спасибо большое за поддержку. Я очень-очень ценю. Кошки ценят. Их 6. Они, кстати, все спят на кровати в 2 метрах от... В 2 метрах от... от стола. У них там лежбище. Я бы показал, но... Кровать не убрана. Поэтому не покажу. На Бусти. На Бусти можно посмотреть. Там бесплатно. Там бесплатно. Там получается... На Бусти выкладываю фотки кошек, и наших, и разных кошек, всяких кошек, знакомых, какие попадались. Жена вон из Крыма кошек, фотки кошек привезла, сейчас выкладывает. Следующую неделю на Бусти будут крымские кошки. Жена 2 недели была в Крыму, и все 2 недели там охотилась на кошек с фотоаппаратом, вычисляла кошек. Так что восклицательный знак Бусти в чат, можно зайти посмотреть фотки, там все кошки есть. Подписываться не обязательно, там доступны фотки всем, и с подпиской, и без подписки. Ох, задебафали нас. Так, слушай, надо... Подожди. Жадность. Удвоение собранного золота. О! Не могу подписываться. Послезавтра в море на полгода ухожу. О! Ничего себе. Слушай. Крошка.ру. Ну это круто.
Нет, там, там подписываться не надо на Boosty. Там просто заходишь, и там... там фотки. Просто смотришь. Ничего не надо. Там все кошки. Все кошачьи фотки. Там уж год ведется календарь кошачий. Там просто заходишь и смотришь. Слушай, ну удачного тебе похода в море. Это прям круто. Хорошей погоды. Да, крутяк. Жадность? Да, жадность играет, да, слушай. Как, вопрос, как работает удвоение? То есть удвоение, смотри. Как удвоение работает, чат? Типа 100% плюс 100% плюс 100 получается 300. Или... сначала идет удвоение, а потом еще раз удвоение. Хо-хо-хо. Что если... что если это будет учетверение? Х2 потом умножится на х2. Что если это... геометрическая прогрессия? А проверить, чат. А проверить. Бах. По-моему, мы только что 400 золота подобрали. С одной этой штуки. По-моему, оно учетверяет, ребят. Написано x2, значит x2. По-моему, так мы до этого уже брали апгрейд на x2. А теперь, по-моему, идет x4. Да. А если следующую взять, оно будет x8? А потом x16, 32, 24? А, надо еще. 3500 золота. Конечно, мы берем. Вот, смотрите, 3500 у нас сейчас 23. Бабах, 23 превратилось в 38. О мой бог. Мы сейчас всю мету откроем за один забег. Мы сейчас качнем всю мету и просто уничтожим эту игру. Сожжем ее. Так, я включаю магнит периодически, чтобы собирать, что мы там пропустили. Зомбари забафанные у нас. К сожалению. Так. А, здесь нам только выживших посмотреть. 14 выживших. Так, собиратели нам не нужны. У нас золото и так дофига. Давай стрелков, наверное, качать, да? Да, починка от Максина. А, стрелки 5 максимум. А помните, ребят, хотели мы этот в два раза больше выживших взять? Ну, бесполезно получается. Потому что максимум 5. Так, за 5000 золота нам предлагают 5% прирост опыта. Че это за скам? Че это за скам? 5% опыта, а опыт нам ничего и не дает толком, да? Оружки мы уже поставить не можем. Нет уж, мое золото не трогайте. Не надо мое золото трогать. Поехали. Да какой-то универ такой. Такой себе. Тратишь 5000 золота, а получаешь 5% образования. Слушай, а вообще-то звучит как мой универ, в котором я учился. Да, что-то примерно такое было. А еще где-то на третьем курсе универ закрывается и переводится под другое юридическое лицо. Поэтому и диплом-то с твоего универа какой-то странный получается. Вроде шел в один универ диплом получать, а в итоге из другого универа у тебя диплом. Как так получилось? Никто не знает. Сюрприз. Бывает, бывает. Так, что у нас тут? Точный выстрел. Удвоение урона от всех оружий. О! Вопрос, а как перемножается удвоение? Тоже x4 будет? Давай берем.
О, да, по-моему, умножается. Я видел только что тычки по 600. Да, по-моему, перемножаются. Да. Окей, еще? 5 ящиков? Нет, не надо нам 5 ящиков. Барлок, у тебя образование какое? Туризм? Да, я менеджер по туризму. Я сходил в универ, как в тур съездил. Поучился в универе, как туризмом позанимался. Кучу фигни всякой мне нарассказывали, и все бесполезное в реальной жизни. О, посмотри, мы просто плавим всех боссов. О, ящики. О, ящики. И еще ящиков с золотом. Давай мне еще ящики с золотом. Да, да, больше ящиков. О, это прекрасно. Это просто прекрасно, дамы и господа. Сжигай. Сжигай. Давай еще удвоение урона. Удвоение полученных очков улучшений. Это абсолютно бесполезно. Даже в начале забега, мне кажется, бесполезно было бы брать. Очки улучшений уже ничего не дают. Но в теории это хилки. Очки улучшений это хилки. Но мы уже 75% забега проехали. Типа, что мы наберем? Много ли? Я последние 3 месяца работы, диплом и трудовую даже не доставал, брали по резюме и собеседованию. А, есть такое дело. О, надо лечилку, наверное, взять, да? Сжигай их. О, вот этот урон что-то сжигает. Вот тут нормально идет. Нормально. Так, сейчас должен быть босс, аккуратно. А, это у нас должно быть более чем достаточно урона, чтобы его пробить и сжечь. Ну, на всякий случай аккуратненько. 80%. Так, где босс? Чё-то не вижу его. Где босс? Я убиваю, где захочу и когда захочу. Моя броня крепче железа. Мои дробовики, мечи. Мои гранатометы, копья. Мои колеса, ураган. Я это пламя. Я это смерть. I am fire. I am death. Unhealthy, спасибо за донат. Спасибо большое. Постельное белье брать будете? Не, не будем. Жарко. Огнеметы хорошо прогревают. Плацкарт-то такой горяченький под с огнеметов-то. Ух! Стоишь, посжигаешь зомбарей. И уже и постельное белье не надо. Можно получить механика тройное восстановление. Минус 10% урона. Что такое тройное восстановление? Я без понятия. Наверное, утраивает регенерацию здоровья. Но у нас регенерация вообще не прокачана, поэтому бесполезно. Типа я не качал реген. У нас чисто все на уроне.
нахрен. Мы будем, если что, отхиливаться лечилками, а лечилки лечат всегда полностью. Щелкните для постройки. Нужно 10 очков улучшения. Построить бункер. Окей, давай построим бункер. Улучшить бункер. Что? Чего? Зажмите эту кнопку, чтобы изменить время на 31 минуту и вызвать орду зомби-боссов. Продержитесь до 35 минуты, чтобы стать чемпионом. Кого? Что-то я боюсь, конечно. У нас есть бункер, которого урон 617. Давай попробуем продержаться до 35 минуты. Окей, держимся. Надо стоять рядом с бункером, да? Да, стоим возле бункера. У него должен быть огромный урон. Так, у нас все прокачано, следим только, чтобы эти покупать там лечилки или что. До 35 минуты это долго, блин. Хотя как-то тупо, стоя на месте, нас рано или поздно окружат, да или не окружат. Ого! Помогите! Нифига себе! Чё было? Так, ящики-то подбирай. Чё стоишь-то? Ящики собирай. Ох ты, блин. Фу. Вот это жесть. Окей, когда говорили, что приедет этот... толпа зомби-боссов, они не шутили. А реально толпа. Так, давай лечилку мне. Превентивно. Еще? Они еще едут. Ох ты ж. Так, следим за лечилками. Да ну блин, чего? Мне завесило, игра зависла. Когда у меня 25% хп еще было. Конечно, она фризит и убивает тебя во фризе. 97 тысяч золота. Окей, золота мы насобирали много. О, меня убили во фризе. Оправдания пошли. А ну, игра зависла. А потом появился экран смерти. А, черт. А зато 97 тысяч золота. Так, ну этого нам, наверное, намного хватит, да? Что мы можем вкачать? Пятое оружие, да? Боевого дрона давай. Оружие для бункера, я не уверен. Взрывные пули для пулемета за 30 тысяч. Автоматическое притягивание. 125 тысяч. Постоянный магнит опыта 225 тысяч. Ого. Ну, урон полностью вкачать 50%, да? Скорость там такое вот. Чуть дешевое и полезное. Регенерацию. Хотя, мне кажется, бесполезно, когда там такая толпа. Прочность. Прирост золота на полную. Плюс 100%! Жесть. Дробитель. Надеюсь, дробитель будет работать. 500 урона будет бить. Я до пули дробаша. Авиаудары какие-то. Но это вообще что-то у нас, я не знаю, открыто, не открыто. Ну, еще пару поездов каких-то открыть, да? Орбитальный удар. Это потому, что у тебя подстаканника нет.
меня есть подстаканник. Вот. Настоящий сосны. Лесной. Натуральный. Ну, правда, да. Из него все равно падает все. Длительность орбитального удара. Такая, он будет доступен, орбитальный удар, или нет? Что вот это за штуки вообще тут? Где их брать в игре-то? Короче, все по чуть-чуть качаем. Надо скорость притягивания. Думаешь, оно зарешает? Просто чтобы быстрее проиграть. Огнемет был топ по ДПСу? Это да. Огнемет имба. Ну, типа, вот есть еще поезд, который дробовик, гранатомет и пулемет Томпсона. Но оружия мало. Ну, вот реально, мне кажется, что кроме огнемета вообще ничего не нужно. Просто поставить 4 огнемета. Вот у этого поезда, у него огнемет идет первым оружием. То есть 5 огнеметов на него поставить и все. Если имба почему проиграл? Потому что игра зависла. Как пополняешь Steam? А через Kiwi кошелек. Окей, давайте сделаем забег просто на победу. Для того, чтобы закончить, я знаю, что уже надо идти играть в Round Guard. Но сейчас, ребят, короче, у меня есть план. Я точно знаю, как выиграть. Красная команда, мы сейчас отыграемся. Мы просто сейчас возьмем и выиграем. Смотри. Так. Способности. Сейчас мы все вернем, все 100 тысяч. Я посмотрю локомотив, который стартует с огнеметом. Вот он. FP7. Мы сейчас анлокаем FP7. Бабах. Теперь мы прокачиваем урон, скорость локомотива. Кстати, наверное, последний апгрейд не надо делать, да? FP7. Делаем вот так, чтобы 7000 не платить за последний апгрейд. Урон на полную за 7000. Скорость притягивания груза тоже вот так. Прочность вот так. Так. Очки улучшения начальные тоже можно, почему нет? Прирост золота, естественно, на полную. Урон дробителя. Так. Вот эти авиаудары у нас будут работать или нет, я не знаю. Тут не написано, какая у него способность. Дрона надо купить. А, пятое оружие, дрон. Осталось 27 тысяч. Пятое оружие, дрон. Бункер, к черту, бункер. Ну и ладно, давай купим. Давай купим второе оружие для бункера на всякий случай. Что еще для победы нужно? Так. И 2000 остается. Ну, я не знаю, вот этих апгрейдов по единичке взять. Все. И
Давай локомотив с огнеметом. Да, у нас же огнемет. Да, огнемет с стартовым оружием. О, как припасы быстро притягиваются. Да, метапрокачка реально имбища вообще. Смотри, как они просто летят, не надо останавливаться. Чё за имба? Окей, ну может быть не на полном ходу. Жесть. Это нам настолько лучше. Окей, ставка. Выиграем ли забег? Красная команда, идем ва-банк. Педаль в пол и поехали. А у нас сейчас, может быть, кстати, будет урон этим. Может быть, сейчас будет урон в ближнем бою? По-моему, да. По-моему, у нас появился урон раздавливанием. Мне кажется, по 500 урона мы вносим ближним боем. А реально мы теперь тупо давим зомбаков. Жесть. Мы теперь их давим. Так, что нам нужно? Скорострельность, наверное, сейчас. Или купить еще один огнемет. Оставил ресы. А я наслаждаюсь скоростью. Окей. Мы так быстро двигаемся по сравнению с непрокачанным. Ну, знаешь, игра действительно напоминает этот... Игра действительно напоминает в этом плане... как он называется? Где по стене паук ходил. Что твой базовый стартовый паук... И это просто вообще никто по сравнению с гигачат-пауком после метапрокачки. Так, нам нужен еще один... Еще один этот... А, подожди, дрона тоже надо покупать? Дрон стоит 7 кусков. Ну ладно, посмотрим. Пока что еще один огнемет давай ставить. И качать его. Окей, вот это надо убрать, потому что оно будет вылезать постоянно. Кстати, если бы, знаешь что, если бы мы не прокачивали скорость поезда, то можно было бы всегда на ходу подбирать ресурсы, не останавливаясь. Мне кажется, что разумно сбросить апгрейды на скорость поезда и оставить только апгрейды на скорость ресурсов. Тогда не нужно будет вообще никогда останавливаться. Они всегда тебя будут догонять. Поставь один огнемет на мышку. О, это имеет смысл. Это, кстати, разумно. У меня 20 ящиков. Так, давай ты в ближайших бьешь, а ты, ты на мышку точно будем целиться. И у меня получается один огнемет всегда будет стрелять туда, куда мышка целится. А, ну если я мышку держу... А, нет, смотри, он криво работает тогда на ходу. Скорость тоже приятна с другой стороны. Не, смотри, плохо на ходу работает. Хотя, может, нормально. Может, пойдет. О, тройное ускорение локомотива. Хо-хо, вся скорость. Давай. Поехали. О, бабах. Дави, зомбей. Давай, дави их. Хотя я вот вроде говорил, что скорость не надо. Ну, наверное, надо. Потому что скорость — это хорошо. Собирай все. Так. Давай, огнемет прокачали. Прокачали. Отлично. Замечательно. Выжившего потеряли. Но он не заслужил. Это был плохой выживший. Документы. У него были не в порядке.
долги по кредитам. Мы его не повезем за границу. Так. Поехали, все собираем. Дрона купить. А дрон временный или навсегда? Типа за 7 рублей. Давай лут... Ну давай проверим. Вон дрон полетел. Дрон вечный? Сейчас посмотрим. 30% к опыту, минус 50% к собранному золоту. Не надо нам такого. Еще чего не хватало. Мое золото захотели забрать. Вот жуки. Ну уж нет. Да, слушай, дрон, по-моему, вечный. Он просто будет летать, как дрон. А, босс. Давай босса, да. Так, нужен еще один огнемет на босса, да? А я уже купил огнемет, надо урон ему прокачать. Ну, сейчас, конечно, не такой огромный урон, как был. Слушай, а теперь я могу и уклоняться даже от атак с такой-то скоростью поезда. Точно как этот, стена. Как паук на стене. Так, подожди, а ты у нас чё? По ближайшим стреляй. Конечно, что ты творишь-то? То же самое, что с пауком на стене. Val World, да, игра называлась-то. Там, где мы копали. Этот. Поначалу ты так, как такой медленный паук, ни от чего уклониться не можешь, тебя все бьют, а потом прокачиваешь скорость и всех побеждаешь. Вот то же самое здесь. Что, из босса-то выпало? Ничего, что ли? Награду не забрали? Оставил рез из босса? Сейчас вернемся, подожди. Забыл? Чата, где они? Кто украл? Унесли. А, вот они. К чему они не подобрались-то? Я что ли виноват? О, все, все нормально, поехали. Так, качай огнемет. Так, качай еще один огнемет. Жги по полной. Надо найти тройной урон. Четверной урон надо найти. Виновата игра? Да и да, я не видел эти ресы. Наверное, игра виновата. Сжигай. Даже реально будет, наверное, от проклятий иногда уклоняться. Так, 16 ящиков. Давай еще один огнемет. Да, еще один огнемет, конечно же. А дрон реально вечный. Слушай, а дрона, может, еще одного можно купить? Надо проверить будет. Да, походу дрон вечный. Давай посмотрим. А, все, у него никакой прокачки нет. Ты его просто покупаешь и все. Ну, так неинтересно. Я думал, там, может, апгрейды какие-то есть. Вот в этом. В Домкипере очень-очень классно было сделано. Там все оружие прокачивается по-разному. И дронов можно качать, кого хочешь. Там вот буквально любой апгрейд можно было как-то кастомизировать, да? И во всех штуках, почти во всех штуках были альтернативные пути раскачек. Может, на боссов пулемет?
Не, ребят, мне кажется, что как огнемет такого урона никто не даст. Потому что огнемет скорострельность огромная. У него 10 выстрелов в секунду. Пробивные пули. Оружие наносит двойной урон. Отдача зомби снижена на 50%. Что за отдача, я не знаю, но... Двойной урон, да, да, хорошо. Мне нравится, люблю двойной урон. Да, я люблю наносить в два раза больше урона. А отдача, знаешь, что, наверное, отбрасывание зомбаков при выстреле. А прикол в том, что у огнемета нет отдачи. Хо-хо-хо. А сжечь, выжечь всех святым пламенем инквизиции. Да, так, 29 ящиков. Давай этот огнемет на полную. И покупаем еще один. Еще один огнемет. И, кстати, все какие-то разноцветные огнеметы. Да, разного цвета огнеметы. Так, все бьем по ближайшим. Святое пламя очищения. Может, магнит запустить? Давай магнит подрубим. Ведь я там, наверное, много попропускал. Монеток. Да, смотри, теперь можно и от проклятий уклоняться со скоростью. Домик. 3500 золота за 30... О, давай. За 38 топлива всего лишь. Топливо мы подберем без проблем. К тому же, чем больше у тебя скорость, тем меньше топлива нужно, да? Потому что ты быстрее просто проезжаешь и все. Где баланс? Да, баланс. Какой баланс, Семен Семеныч? Зачем баланс? Давай мне огнемет. Давай мне больше огнеметов. Не надо мне баланса. Так, 81% уже проехали. Жги. Жги всех. Огонь черный? А, да, огонь черный. А у каждого огнемета своего цвета огонь? Это темное пламя. Они называют его греческим огнем. Опять этот... Слушай, ну этих боссов, наверное, даже с нашими огнеметами не стоит вызывать. Я это не знаю для какой прокачки. Они супер жесткие. У нас в прошлый раз было 50% хп врагам. Да, но в прошлый раз у нас еще было этот... Четверной урон. Сейчас только двойной. Четверной урон побеждает 50%. Я думаю, боссов мы трогать не будем. Они что-то вообще какие-то неадекватные были. И мы, кстати, могли их выиграть в прошлый раз, если бы игра не залагала. 30% к области поражения оружия, но только половина восстановления прочности. Давай. Друзья, область... огнемет, по-моему, стали на полэкрана. Это очень хорошо. Кстати, давай докачаем на полную. Да, давай просто доедем до конца и все. Я обещал красной команде победу. Мы ее сейчас сделаем. Просто поедем. И доедем до победного. Музыка заиграла. Пш-ш-ш. А, типа боссы вышли. Лавьтесь, боссы. Да...
Игру, по-моему, рисовали в пейнте. Может быть. А у меня, честно говоря, к визуальному виду игры претензий нет. Че, она выглядит как... Ну, понятно, зато все понятно. А, мы приехали, чат. Мы добрались до терминуса. Ура! И все сломалось. Мы победили. Главное меню. Финиш. Получили 20 000 долларов благодаря багу. Чего? Игра написала, вы получили 20 000 долларов благодаря багу второго оружия бункера. Чего? Что-то с бункером. Спасибо, баг. Красная команда. Мы победили. Мы сделали это. У нас есть 37 000. Мы на эти большие деньги. У нас есть какой-то апгрейд на автоматическое притягивание. Я не уверен, что вообще нужны другие поезда, кроме огнеметов. Какие-то тут шары-разрушители. Вот это все как открыть-то? Пока не знаю. Скорость притягивания груза точно надо. Награды и достижения. А это ачивки. Вот какая-то ачивка на авиаудар. Где его взять? Непонятно. Может, у каких-то других поездов есть авиаудары? Я теперь могу в следующую зону пойти. А, я нажал случайно. Подожди. Не запускай, я просто хотел посмотреть. А, тут темно. Тут темно. И здесь авиаудар нам не дали. Что это такое? Может, авиаудар за ачивки победить? А, уничтожить 500 мертвецов в туннеле. Подожди. А, вот. Наверное, вот это все надо сделать, авиаудар анлокнется. А, вот мы открыли. Окей, короче, нужно играть в туннель, откроется авиаудар, потом город мертвецов откроется, критический выстрел. Шар, пройти лес мертвецов меньше, чем за 10 минут. О, окей, здесь ачивки как в... Получается, ачивки как в... Ну, как в вампириках, да. Или как в Ring of Pain. Делаешь ачивки и что-нибудь анлокаешь. Окей, теперь я понимаю. Ударная волна за 100-й уровень дается. Угу. Ну, или как в Братате, да. Да-да-да-да-да. Или в Айзеке. Или во всех, в большинстве игр. Ну, чё, слушай... Как только мы на 97 000 метапрокачки сделали, игра стала сразу лучше играться, да? Сразу намного веселей. Кто бы мог подумать? Окей, ну честно, метапрокачка, блин, опять. А без метапрокачки непроходимая ересь. Как только делаешь метапрокачку, просто вот одним мизинцем занимаешь кнопку вперед и, короче, проезжаешь, проходишь все. Ай, да, мета руинит. То же самое, как стена, как паук на стене. Там тоже весело копать, но мета прокачкой все залочено.